Последнее время как-то не хочется по утрам заниматься практиками. Что лучше делать? Когда мы спим и просыпаемся, это тоже практика. Поэтому, когда вы лежите утром, не шевелитесь или радуетесь, или гладите того, кто рядом лежит, это все тоже эзотерическая практика. Вся наша жизнь эзотерическая практика, самая важная, которая и называется жизнь. Только одни живут. И чем отличаются эзотерики от неэзотериков? Эзотерик живет по принципу «вся моя жизнь – медитация», неэзотерик – «вся моя жизнь – что попало». И когда человек живет по принципу «вся моя жизнь – медитация», то основная медитация звучит так: «Моя жизнь дана мне Богом, как самое дорогое, что есть в моей жизни, и я не буду об этом забывать». Именно поэтому любые лишения, стенания, все это переходное, а вот радость отобрать невозможно, поэтому себе ее нужно внушать. Я радуюсь, что я встал, я радуюсь, что дети, я радуюсь, что хорошо, я радуюсь. А если кто-то раздражает, это тоже дает человеку силы. Почему? Раздражает, а вы с этим боритесь. При этом говорите, что раздражает, а вы боретесь, и тем самым строите себе и посвящаете это новой жизни. Таким образом, такой раздражитель заставляет вас шевелиться, а вы шевелитесь в правильном направлении.